начать медленно и потихоньку набирать темп и прийти к тому темпу, какой нужно. Играть уже постоянно. Попробуйте, это же будет интересно. Санчо тоже должен вступить, конечно. Нормально будет, клево будет, да. Давай, давай, да. Так вы договоритесь, когда вы на аккорды перейдете, ну, на последовательность уже перейдете аккордов. Ну, или словитесь там, я не знаю, смигнетесь. И тогда уже все должны вступить. Ну, либо просто там как-то подмигнуть Артему, Артем сделает отчет. Ну да. Ну да, и короче, тогда вы чем вы начинали. Ну, типа, хотя бы типа того, да. Чё тебе, Санчо, вообще не мысли? Нормально, хорошо. А что ты ничего не играешь тогда? Знаешь, что играть? Ну, подскажите ему, что играть. Ну, поиграй соль. Ну, соль поиграй. Сыграть разок хотя бы плюс это. Ну, через 5 минут. Не, по логике, если одна гитара играет ритм, то просто одна нота будет такой.
Кстати, да. Кстати, вообще не в теме, стиле, да. О, слушай, а если тогда с хорусом поиграть ему ноту? Да. То есть соль. Да. Да?